еще что, 200, скорее всего. Еще что, точно неизвестно? Ну, сегодня искали, весь день его найти не могли. Завтра опять пойдем искать. Охуеть, что его не... А как его так-то нашли-то? Ну, вот так их трое убежали чуть-чуть не в тот лес маленький. Вот мы сейчас вечером ходили туда, нету. Ну, его, блядь, что-то где-то он там сидел, в воронке, что-то потерялся, да? Да одному нет, там что-то ноги. Мы их отвели, 10 человек, вот, я одну группу отводил, а Родя другую. Угу. И они должны были заходить за танками, а Кириллов чуть-чуть не в тот лес убежал, он и еще с ним двое. Вот у нас приехало 90 человек курильских, но они тут в ахуе, сегодня половина отказывались вроде. Или сейчас говорили. Да, так и будет сейчас везде, ебаный в рот. Такая же хуйня сейчас так и будет, блядь. Давайте аккуратно там, хули. Я сейчас уже в этом, то под Белгородом, то, блядь, в Питере. Сейчас вот в Мулино нахожусь. Под Нижним Новгородом, блядь. Угу. Ну, контузия тоже, блядь. Уши звенят, давление там, блядь, это нахуй. На два уха оглох, короче, ебать. Лежим в госпитале, тут нахуй не лечит нихуя, вообще всем до пизды. Ебать, нахуй. Вон, в Питере вроде академии военно-медицинской, нахуй. Два дня там пробыл. Только сделали, бля, кровь и взяли, там то-то-то, два раза обезвечили, блядь, антибиотики поставили, ну там КТ сделали, понятно. И все, блядь, больше нихуя. Ни лечения, нихуя здесь такая же хуя. Жопа, блядь.